Короче, народ, я тут погуглил, какие органы в теле не очень-то и нужны. И мне кажется, что без одной почки жить можно. Вот, Вась, ты же медик. Можешь посмотреть у меня здесь? У меня вроде здоровая. Нет? Вась. Ладно. Зато я стану обладателем нового iPhone 7 Plus. И сегодня я вам про него расскажу. Итак, корпус по габаритам фактически полностью повторяет 6S Plus. И выпускается он в двух новых цветах. Черный и черный. А если быть точнее, черный оникс. Проще говоря, один матовый, а другой глянцевый. Сделано это все в металлическом корпусе, анодированном. Защитой от брызг и воды по стандарту IP67. То есть не страшны ему ни пыль, ни влага, ни резкий поворот или косогор. В общем, как в песне поется. Еще одно новшество — это не физическая кнопка Home. То есть это монолитная часть корпуса, а значит ее гораздо сложнее сломать. И Home теперь беззвучная. Если слегка приложить палец, то iPhone считывает отпечаток. Если надавить сильно, то гаджет это почувствует и имитирует отдачу приятной вибрацией. Кайф. Только вот мини-джека здесь нет. Но я думаю, это поправимо. Серег, ты что, вообще нормальный? Не успей ходить есть. А, да? Ну, ты знаешь, я все-таки люблю классику. В iPhone 7 Plus стоит дисплей Retina. Он стал еще ярче и с большим цветовым охватом. Хотя, если бы Кук здесь оставил дисплей от 6S Plus, я, если честно, не расстроился бы. Потому что он и без того выглядел превосходно. Здесь также работает 3D Touch. Диагональ 5,5 дюйма. Разрешение 1920 на 1080. Плотность пикселей 401 ppi. Картинка отлично различима под углом и на солнце, благодаря IPS технологии. Про отзывчивость я вообще молчу. Она здесь максимальная, это и так ясно, это ж Apple. А вот камерами Apple действительно удалось удивить. Здесь две основные камеры. И иногда возникает такое ощущение, как будто iPhone куда-то смотрит. Но главный бонус двух камер – это возможность оптического зума. Один объектив у нас ширик, а другой телевичок. Говоря проще, левый модуль снимает все вокруг, а правый укрупняет без потери в качестве. Оба имеют матрицу на 12 мегапикселей с оптической стабилизацией, широкоугольник с апертурой 1.8 и телевик 2.8. Надеюсь, носатых монстров в Instagram теперь поубавится. А еще в октябре iPhone обещают программное размытие заднего фона. Интересно будет посмотреть. В видео новая камера пишет 4К с частотой 30 кадров в секунду, Full HD 120, а HD может записать 240 FPS. Ну и конечно, у iPhone зачетная селфи-камера с матрицей в 7 мегапикселей и диафрагмой 2.2. С начинкой все еще интереснее. Здесь стоит новый процессор A10 Fusion. И по заявлению Apple, это самый мощный процессор в истории человечества. Спорить я с этим не буду. Но то, что все приложения здесь очень быстро запускаются и любые 3D игры, это факт. Хоть ракеты в космос, с него запускайте. А еще теперь iPhone воспроизводит стереозвук. Сразу с двух динамиков. Также он значительно экономичнее всех предыдущих чипсетов. Работает это так. Когда вы пользуетесь не самыми прожорливыми приложениями, действуют два ядра с повышенной энергоэффективностью. И iPhone 7 разумно расходует энергию. Но когда вам нужно запустить что-нибудь помощнее, гаджет подключает ядра высокой производительности. Объем аккумулятора iPhone 7 также увеличился. По словам китайского регулятора TNAA, это 2900 мАч. В общем, благодаря оптимизации и увеличению объема аккумулятора, iPhone теперь работает дольше. Ну, короче, на целый день его хватает с головой. И антенны инженеры Apple не обошли стороной. Повысилась пропускная возможность 4G на 50%. Между прочим, теперь это 450 мегабит в секунду. Bluetooth здесь самый свежий, 4.2. То же касается Wi-Fi. Ну и то, что здесь есть NFC, GSM, Edge, GPS, GLONASS, говорить, наверное, не стоит. Оно и так понятно. Хранить весь закачанный контент вы можете теперь на 32, 128 или 256 гигабайтах общей памяти. Зависит от комплектации. Работает новый iPhone на свеженьком iOS 10. Визуально он выглядит точно так же, но здесь есть отличие. Сама система стала более оптимизирована под новый процессор A10. Слева появились различные виджеты, новости, погода и прочее. Приложение фото автоматически распознает лица и группирует фотки по месту, наличию людей в кадре и прочее. Ну и множество прочих функций, с которыми лучше ознакомиться лично.
Ну что, народ, это 7+. Мы сколько угодно можем спорить, что вот при Джобсе там ведь и трава была зеленее, и небо голубее. Но Apple остается Apple. Именно эта компания формирует моду на рынке мобильных устройств. И именно с iPhone 7 Plus будут сравнивать свои флагманы и ближайшие конкуренты на Android и Windows. А узнать о нем побольше вы можете по ссылке в описании. А у меня на этом все. Поеду, пожалуй, в больницу. Еще девушке нужно iPhone купить. Всем пока. Если обзор вам был полезен, то поставьте лайк. А если остались вопросы, оставляйте их в комментариях.